Всем привет, друзья мои! На завтрак готовлю себе овсяный блин. Когда переворачивала, немножко он поломался. Так что вот такой у меня завтрак. Сюда, значит, наверное, ложек 5 овсянки, молоко. Ну вот и главные ингредиенты: яйцо, молоко. Если нет молока, можно и без молока я делала. Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне. Такая замечательная погода у нас сегодня. У нас каждый день замечательная погода. Каждый день. Птички чирикают. Неужели весна пришла? Надо сегодня пойти погулять. Пятница. Потом нам будет дома сидеть скучно. Пойдем сегодня прогуляемся со Шкемом. Замечательная погода. Сейчас буду его будить. И пойдем погуляем. 2 дня дома сидеть опять потом. Неохота. Кстати, у меня так расцвели красивые цветочки. Я вчера их... Вот меня спрашивают, чем, как я их поливаю, как я ухаживаю. Я их за ними что делаю? Поливаю и подкормку делаю. Этот цветок, кажется, у меня такой розового цвета, да? А вот эти вот все беленькие. Это тоже беленькие. Вот видите, беленькие. Какая подкормка? Кофе! Надо потом сделать подкормку из дрожжей. Ну вот сейчас пока кофе. Всех вчера напоила кофе. Красота! Ну все, пошла я переворачивать свой блин. Вот такие вот пирожки я готовлю. Сейчас я положу внутрь сосиски. И меня просили показать, какие сосиски я покупаю. Вот, пожалуйста, посмотрите. Вот так они выглядят. Пилинч сосис. Очень вкусные они. Ну, не знаю, я привыкла к ним. И сделаю с сыром также, с голландским. И пару штук с сосисками. А здесь суп из красной чечевицы я делаю вот таким образом. Сначала на сливочном масле обжариваем лук, добавляем морковь, всю крупными кусками, картофель. Оно мне тушится, добавляю приправы. Потом, значит, следующий этап — чечевицу промытую хорошо. Видите, лучше вот, все в крупном, потом все равно на блендере. И еще добавила сегодня томатную пасту вот эту с перца. Думаю, цвет чуть-чуть, чтобы был красивый. И вот сейчас оно залила я, знаете, чем? Я отваривала недавно бульон, делала из косточек, и вот оставилась у меня в банке. Видите, как пригодилось. Сейчас добавлю именно на таком бульоне, будет у меня супчик. Вот такие пирожки у меня получились. Темные они, потому что тесто было такое, смотрите. Сейчас мой Ашкем оценит. Ну ничего, вкусные, вкусные. Я уверена, что вкусные. Я уже поела свое это. Так что вот, удивляю своего мужа. А вот и я, мои друзья. Ну вот мы и вышли погулять. Вышла я, вышла. Думала, Ашкем раньше вышел. Говорит, жди меня здесь. Вот я и жду. Сегодня вот так оделась по-спортивному. На часик пойдем погуляем. Сегодня мы пойдем в другое место. Покажу вам не уточек, а другое место, красивое место. Когда была в парке, ждала Ашкема. Встретила пару русскоязычную, Веру и Игоря. Так приятно было. Надеюсь, вы меня увидите, потом мое видео посмотрите. Рада была познакомиться. Люди, я услышала речь русскую и поздоровалась с ними. Они сразу же пошли на контакт. Есть тоже хорошие люди. Уже приехали сюда из Анталии. Присматриваются. А мы вышли. Ветерок здесь, ветерок. Хорошо, что не разделись совсем. Так что вот пообщалась на русском, и мой муж подошел потом. Они и турецкий чуть-чуть знают. Такие
такие вот дела, мои хорошие. Сейчас проходим мимо лавки. Здесь настроили рестораны. Ашки бургер, не видим он же. Балыкчи кадыр. А, едим. Burası balık vardı, aşağısı vardı. Изменили Biraz они, да. Сторону, да. Büyüttüler burayı. Вот это вот район, где можно много рыбных ресторанов, таких классных. Не то, что там хара-хура, как можно сказать. Красивые рестораны. Вот Lake Studio. Так, еще что здесь? Ситеры. А в тени и прохладно, даже шапку хочется одеть. Капюшон, что ли, одеть. Здесь вот есть и фитнес-клубы тоже. Государств. Вот в том ресторане вы кушали. Кругом парки, вы видите? Кругом парки. Вот впереди ресторан. Строят новые рестораны. Нет, а там, наверное, шапки. Видно садик. И вот ресторан. Города дайте Тамир Якты. Здесь тоже сделали ремонт. Без города не видно. Видимо? Бросы ели еще. И здесь тоже строят. Никого нет. Закрыто. Вот там вот курсы, курслары. Özel kurs, ne kursu değil mi? Satıyorlar bu arabayı. Hayır, yıkamış. Помыли машины, я говорю. Продаются. Börek, baklava. 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 Знаете, что я почему так говорю по-грузински? Baklava. Поэтому вот никак не могу. Baklava. Künefe güzeldir, buradan künefe aldık. Künefe. Катме. Вот частные садики. Вилы продаются, сдаются. Крещу у вас у себя? Продается. Крещу у вас? Вилла, вилла. Вилла. Продается. Марко, потом я сюда пришла. Ацахи Биндена. Этот район я вас еще не показывала. А, там курочки показывают. А здесь цветы. Дурка. Чечеклери гостериджем. Моя слабость. Ну, я уже, знаете, равнодушна к таким цветам. Это цветы для сада, огорода. Чека, били мы видео? Да, да, да. Разрешили снять. Айтач. Айтач. Тюльпаны. Такие большие пальмы. А это еще красивое. Он не кадаро. Это. А, 160, вот такая вот пальма. 160. 160. 160. Şey, böyle mi büyüyor sadece? Bu böyle. Yok, biraz daha büyüyor. Güzel. Aynen, bunu gördüğü boyu bir kadar kadar. Tümpanı. Rahatsızlığı hayır. Aklımda rahatsızlığı da olur. Ne? Güzel. Bu kadar da nasıl batalım istiyorum. Sadece 70 tane şey var. 70 tane kuş çekiyor. Yani çoğu şey. Ne?
Doğal mı boya? Kadife bu. Üstüne geçilmiş ama böyle büyür. Bak şu şekil. Güzel yapıyorsun. Видите, как они делают, что как цветы какие-то продают. Выращивают по-своему. Hocam geliyor. Tamam. Смотрите, здесь тоже красивые. Ну, короче, дофига, дофига. И больше. А, какой красивый цветок. Ya bu çiçeğin olduğu zaman böyle olacak işte. Seninki de. Ну что? А это мини-огород. Мандалин mu? Bunlar minyatür. Kendileriyle oynamış. Вот так. Вот такая лавка здесь с цветами. Вот и это тоже продают курочек. Bunları bahçe için. Götürüp bahçene ekliyorsun. Раньше в этом районе был муж на моем квартире. Survivor. Ура! Казанды, наш Крым! Чабук бира слязим. Чабук, я хрим моя бы. Зорму? Бен, я поим, ама бен коркуюрум. Я хотела бы сделать, но я боюсь, я же один раз упала, ноги. Так красиво заборчик разрисовали. Survivor Gibi. Buradan çıkıyorsun. Ben korkuyorum böyle işler. Ой, а там какие красивые виллы. Я, кажется, вам один раз показывала их. Вы уже забыли. Bu orada evleri pahalı mı? Hangi evler pahalı? O karşıdaki ev pahalı. Orası... O site çok pahalı. Вот это вот сито впереди, ama что я показываю. Ama güvenlik her şey çok güzel. Очень дорогое. Buraya Cumhuriyet evleri diyorlar. Bak. Смотрите, Аянос парк виллары. Какие вилочки. Домик моей мечты. Такие красивые виллы, и сзади какая некрасивая картина. Мой Ашкым говорит, что надо, говорит, это убрать все. Ну, здесь видите вы сами, тут частные дома есть тоже. Что хочешь сказать, что там красиво, а здесь некрасиво. Сады, огороды, оливковые сады там впереди. Гостиница «Жасмин», вот. Пожалуйста, возле моря записывайте телефон. Так выглядит. Пикники делают люди. Отрываются мужчины, пивка пьют. Завтра же суббота, нельзя выходить. Вот сегодня люди отрываются по полной программе. Ну, я посмотрите, там впереди на набережной. Сколько устраивает пикников. Вот эта гостиница так выглядит. Жасмин. С бассейном. Adam asmaca oynayacaklar. Ne diyor? Adam asmaca. Yakaladığını atıyorsun. Bu bir oyun. Romantik o делает, romantik. Yok ya, resim çekilmek için yer hazırlıyorlar. Sen для orada снятия. Gidiyorsun, resim çekip para veriyorsun. Для фотосессии готовят. Как любят турки отдыхать. Продолжение нашей прогулки по Мерсину смотрите в следующем видео на моем канале. Спасибо вам за лайки!